звук нормально. У нас сегодня необычный формат. Меня зовут Игорь Павлович, рядом со мной, конечно же, вы все знаете, основатель нашей экосистемы Амир Гритаул, Марат Амирович Мынбаев. Мы всем сегодня добрый вечер. В классном настроении, Марат Амирович улыбается, так приятно, здорово, классно видеть. Были напряженные дни, была работа, но одновременно Амир Фьючер Форум сегодня у нас подходит к концу, сейчас проходит прямо сейчас неоновая вечеринка, неон-пати. И вот мы, собственно, с нее сбежали немножко, и для того, чтобы вам принести хорошие вести. Марат Амирович сейчас буквально в нескольких словах опишет самую хорошую весть на сегодня, а затем я попрошу его немножко рассказать, как прошел Амир Фьючер Форум, что вам говорили люди, потому что очень-очень много положительных было отзывов. Ну, Марат Амирович скажет, что конкретно ему говорили. Да, добрый вечер, друзья. Мы по плану хотели через 2 дня после запуска биткоина, мы планировали запустить эфириум, и у нас все идет по плану, мы его запустили. У нас есть тоже на нем ограничения, 0.1 эфириума мы можем выводить сейчас с кошельков, и есть еще одно такое техническое требование, можно сказать. Вы можете выводить одну транзакцию в час, то есть или биткоин, или эфириум, или 0.01 биткоина, или 0.1 эфириума, и такое возможно делать один раз в час. Вы сами выбираете или биткоин, или эфириум, и ставите на вывод. И сейчас уже у нас 2 монеты работают, ребята дальше ведут активно тесты. Да, это еще пока еще это тестовый режим, поэтому есть определенные такие жесткие ограничения. Мы очень жестко следим за всеми транзакциями. На биткоине было много очень транзакций. И вот на эфириуме мы сегодня в течение дня сделали 60-70 пробных собственных транзакций. Система работает стабильно, поэтому мы улыбаемся. То есть на биткоине, когда мы запустили, были еще какие-то баги. Вот эфириум, вот первые 60-70 транзакций прошли вообще без заминки. И надеемся, что дальше все так же и будет работать. То есть вот за время работы биткоина мы исправили там еще несколько ошибок, и эфириум, слава богу, начался вот прям без сучка, без задоринки, и сейчас пару дней будем следить именно за работой ERC-20, да, ноды ERC-20. Слава богу, если все будет хорошо, то следующим этапом мы запускаем. Там пока ребята сомневаются, смогут ли они успеть его запустить в понедельник, но как бы стараются, что сделать все возможное, чтобы его в понедельник запустить, и у нас уже будет 3 монеты запущены. Это биткоин, эфириум и ERC-20. Следующий будет это еще через 2 дня, там, ну, условно, там среда, четверг, TRC-20. И после полного запуска всех монет мы уже потихоньку будем повышать лимиты. Вот такой план. И вот по плану мы придерживаемся, даже вот ребята говорят, что мы немножко опережаем свой план. Вот слава богу, чтобы все дальше так же шло. Это очень здорово, Марат Амирович, спасибо за хорошие вести. Действительно все работает, проверяли, по эфиру бегает хорошо, комиссия там сейчас небольшая, поэтому, пожалуйста, если у кого-то есть такая необходимость, вы можете воспользоваться. Марат Амирович, несколько слов по Амир Фьючер Форуму 2021. Что вам наиболее запомнилось? Какое вот топ-1 мнение людей, которые здесь были? Пожалуйста, вот несколько слов. Было более 700 людей, гостей. Я даже, может, предполагаю, что 1000 людей. Ну, по крайней мере, 750, что ли, мест было. И зал был полный, много было стоящих людей, ну, люди, которые стоя смотрели, присутствовали, и в выставочной зоне были представлены все наши проекты, команды практически приехали в полном составе, от каждого проекта было по 5-6-10 человек, и было ощущение, что народу было очень много, и наших сотрудников, и амбассадоров,
и гостей. И приятно, когда много людей, соответственно, сразу поднимается настроение и хочется отдавать, быть полезным, рассказывать. И вот 2 дня прошли очень интенсивно. Спикеры наши, приглашенные гости, в первый день выступали. Это Максим Поташов и Игорь Ман. Ну, как бы ребята ожидаемые выступили очень хорошо. Ну, личное знакомство с каждым тоже принесло какие-то определенные приятные впечатления, эмоции и полезный контент от их выступлений. И вот я уже давал такой комментарий там в других интервью, что да, Максим Поташов и Игорь Ман — это уважаемые спикеры, и есть у них чему поучиться. И, ну, можно гордиться знакомством с ними, но вот, честно говоря, наши спикеры мне больше понравились. То есть ребята и приятно удивили, освежили контент, виден и профессиональный рост, и рост как спикеров, и более уверенней держится на сцене и так далее. И честно, я, наверное, больше удовольствия получил все-таки от наших спикеров. Хотя и теми спикерами восхищен. Обратная связь от участников была очень теплая, доброжелательная. Все подходили со словами благодарности, обнимались, поддерживали. Да, мы обсуждали вот уже в частных таких приватных беседах текущую ситуацию. Очень много инвесторов приехало именно, скажем, глядя в глаза, получить какие-то ответы. И, ну вот, из, скажем, 750 гостей, наверное, вот 50 гостей все-таки было такие, которые очень сильно испугались. Ну, имеется в виду, они прям приехали с намерением прям вот, скажем, уши нам открутить. А там, ну, пообщавшись уже глаза в глаза, ну, получив какие-то разъяснения, ответы по текущей ситуации, они тоже, скажем, влились в общую среду и уже наслаждались непосредственно самим форумом. Вот так у нас прошли 2 дня. Сейчас у нас автопати, или как она называется? Неон-пати, да. Да, неон-пати, уже такая более неформальная такая, ну, обстановка, мероприятие, там ужин, ну и музыка. Вот как-то так, Игорь. Не знаю, я смог передать свои впечатления? Вы смогли передать. Я могу только дополнить о том, что действительно, я же в ходе форума еще брал интервью для нашего канала, YouTube-канала «Мир Капитал Лайф». Там обязательно будет видеоотчет. Причем эти были необычные интервью, в необычных локациях. И каждый человек считал своим долгом сказать, что Амир Фьючер Форум — это очень классное мероприятие, такое, на которое он не пожалел точно, а наоборот был очень благодарен, что он попал, что он здесь находится. Отмечали проекты, стенды проектов наших всех, практически без исключений, и Летит, и Амир Академия, Листа, Амир Гард. А у Амир Геймс вообще выстроилась очередь как мавзолей. Вот, я туда даже подходил и спрашивал, что ж там такое. Раздавали NFT-токены, да, планет. Ну, это вы тоже все увидите. Мы подходили к ним и спрашивали, что здесь происходит. Люди с удовольствием рассказывали, что они сейчас станут обладателями NFT-токенов. Вот, далее Амир Медиа, безусловно, стенд всем запомнился, продавалось. И был стенд игры «Криптоинвестор». Sunnyman 2021. Тоже всем запомнился. То есть люди были в абсолютном восторге, очень благодарили Марата Мировича. И вот Марат Мирович скромно умолчал, что и он выступал на форуме, и вот наибольшее впечатление как раз произвела его речь, когда он от самых истоков, скажем так, от детства провел параллели в теперешнее время, и всем стало понятно, что Амир Капитал — это не про деньги. Амир Капитал — это про финансовую свободу, это про философию, про правильное отношение к жизни. Вот, поэтому эти все, если не в полной версии, то, скажем, мы записывали и, безусловно, вам
предоставим на отчете, смотрите наш YouTube. Вот. Ну и, соответственно, очень хотелось бы спросить, прям вопрос не в бровь, а в глаз, задает один из инвесторов, это Максим, сейчас скажу, пожалуйста, Максим Х888. Марат Амирович, откуда силы? Я просто лично наблюдал, все дни Марат Амирович всегда на ногах, с утра до вечера, даже ночью, это обсуждение с командами, это зумы, это постоянное совещание, присутствие на форуме, даже, скажем так, в активной фазе было общение просто со всеми инвесторами, амбассадорами. Я вот сам удивлен, и Максим очень правильный вопрос задает. Марат Мирович, откуда у вас силы это все делать, и что вас вдохновляет и наполняет? Если подойти с плохой стороны, то, наверное, это ответственность. Понимаешь, что ты можешь потерять доверие, можешь потерять клиентов. И все мечты и планы, которые я строил, они могут в какой-то момент рухнуть. И понимаешь, что ты можешь многое что потерять, ну и, соответственно, вот это все тебя заставляет, так скажем, находить силы и решать текущие оперативные задачи, да, и все-таки я, наверное, еще раз повторюсь, что я, с одной стороны, рад, что эта ситуация произошла, ну, и я лично извлек очень много для себя хороших уроков, ну, в хорошем смысле, вот. Да, эта ситуация неприятная, неприятная и для клиента. Я прошу прощения, что многих клиентов, скажем, втянул в такую неприятную ситуацию, поставил в такое неприятное положение. И, ну, прикладываю все усилия для того, чтобы быстрее разрешить данный вопрос. Ну вот, я думаю, что это с лихвой окупится, то есть ваше терпение, ваша поддержка, ваше, ну, понимание, лояльность, доверие, оно, и вот, вот этот некомфорт, который мы в течение 2,5 недель испытываем, окупится с лихвой за счет дальнейшего, ну, скажем, роста, развития компании. Ну, и качественно взглянули на какие-то вопросы и сделали определенные улучшения, шаги для там развития, и теперь у нас есть огромный запас мощности для дальнейшего роста. И я думаю, что вот не будь этой ситуации, мы бы это не увидели, и дальше бы вот мучились бы, медленно развиваясь. А сейчас мы фундаментально изменили, скажем, изменяем систему, и по крайней мере мы видим, что надо исправлять и, ну, что нам надо делать в ближайшие дни, месяцы. И вот сегодня как раз на форуме мы уже озвучили, что через 6 месяцев Амир Капитал будет совершенно другой. Это будет новый Амир Капитал с новыми там возможностями. И мы компенсируем нервные, скажем, потери наших клиентов в дальнейшем нашим ростом. Если бы не было этой ситуации, ее просто нужно было бы придумать. И ходили даже слухи о том, что Марат Амирович эту ситуацию сделал искусственно. Представляете? Для того, чтобы проверить все системы, все работы людей. И на самом деле это делает нас только сильнее. Помните, пожалуйста, об этом. Спрашивают инвесторы вопрос, какие лимиты можно будет выводить 23 декабря. Мы, если уже понимаете. Да, идем к тому, чтобы убрать вообще все лимиты. Вот здесь мы все-таки перестраховываемся. Не могу сказать, что все у нас 100% под контролем. Новая команда, она, это вот за 4 дня вот прошел процесс приема передачи. Ну, та система, которая делалась более 4 лет, принять ее за 4 дня, ну, это достаточно такая сложная задача. И мы, может быть,
новая команда айтишников, она, ну, какие-то основные ниточки как бы получила, но во все тонкости она до сих пор как бы изучает, входит, и чтобы не наделать каких-то неосторожных действий, от которых может быть потом последствия, основные какие-то баги мы-то убрали, но идет параллельно внедрение, вникание там в общую систему до каких-то прям мелких тонкостей. И ребята с одной стороны и торопятся, но с другой стороны здесь спешка может тоже не сыграть лучшую роль, и поэтому, ну вот, мы вот эти вот лимиты ставим именно для того, чтобы если будут какие-то плохие последствия, то есть баги, чтобы последствия эти были, ну, там, минимальные. И когда вот мы все четыре наши ноды синхронно будем эксплуатировать и увидим, что ошибок нет, то мы полностью убираем лимиты. Надеемся, что мы это успеем до 23. Хорошо, Марат Амирович, спасибо большое. Тут интересуется еще все более и более, наверняка с каждым днем, в том числе и у вас в голове, выкристаллизовывается идея, как будут выстроены проекты в рамках Solar блокчейна. И, кстати, про это тоже было выступление на Мир Фьючер Форум. И вот Алексей Владимирович 1710 интересуется. Марат Амирович, скажите, а мир проекта — это тоже своя метавселенная получается? И Павел Бородин, будет ли в личном кабинете возможность купить токены и аннотации проектов? То есть как-то это будет завязано, в каком виде? Скажем, ну, тоже, наверное, кратенько, потому что тема, я понимаю, что достаточно обширная. Да, токенизацию и проектов. Вот у токенизации есть основная идея — это привлечение пользователей. Вот Амир Медиа, там, тот же там Related List, Амир Exchange. Вот мы можем тратить хорошие деньги на маркетинг, чтобы было большое количество пользователей. А можно привлекать средства и при этом привлекать пользователей. То есть сразу, скажем, двух зайцев убить. И вот токенизация, она как раз связана вот с такими двумя большими задачами. И она планировалась до нашей поломки, и вот как раз внедрение этой токенизации и выявило вот, ну, наши слабые стороны, и вот мы сейчас проводим ремонтные работы. После окончания всех ремонтных работ и выхода уже на нормальный режим работы кошелька, мы вторым шагом хотим запустить уже вот токен сейлы. И да, внутри доступно будет в закладке стартапы, будут токены всех проектов, ну, мы будем по порядку их добавлять, да, там с расстоянием в одну неделю, в две недели мы, по крайней мере, уже там около 10 проектов готовы добавлять свои токены. То есть за 2-3 месяца мы и будет описание, да, там токеномика, ссылка на основной сайт и так далее. То есть вы смотрите, изучаете, вникаете, и если вам все нравится, то нажимаете кнопочку «Купить». Это будет, ну, работать достаточно просто, легко. И также вы храните эти токены, будете там в кошельке. Ну, у разных токенов там разные технические такие параметры, условия и с финансовой части, и с технической части. Какие-то токены вы сможете уже через 5 минут продавать на биржах децентрализованных, ну, где-то на сторонних, в общем, ресурсах. Какие-то токены будут требовать холда, ну, то есть мы их искусственно будем замораживать, ну, в плане того, что не давать первые 2-3 месяца там ничего с ними делать не сможете, но там компенсация уже за счет цены, то есть у вас может быть там гарантированный там рост цены там в те ближайшие 3 месяца. То есть продавать вы его можете только через 3 месяца, и через 3 месяца цена может стартовать уже намного выше, чем вы ее купили.
Ну вот, вот эти условия вы изучаете, выбираете и покупаете. Хорошо, Марат Амирович, спасибо. А я напоминаю всем нашим зрителям, что мы сегодня находимся в военно-полевых условиях. Мы сбежали с Маратом Амировичем из неон-пати. Вот, нашли помещение самое, вот, где звуков не слышно, а звуки, они просто очень громкие. И поэтому, ну, наверняка, скажем, и такой формат, он тоже должен быть. Мы должны уметь импровизировать, и мастерство трейдера, в том числе, это принимать решения быстрые, в каких-то ситуациях нестандартных. Вот, поэтому, я думаю, самое главное вы сегодня услышали. Марат Амирович сказал про начало вывода эфира, рассказал, как прошел Амир Фьючер Форум в Алматы. И это положительные новости, это классные новости. И вот я читал сейчас по мере сил то, что вы писали, и я вижу, что 80-90% отзывов, они очень положительные. Пишут, что побольше бы таких людей, как Марат Амирович, и о том, что они учатся у Амир Капитал и финансовой свободе, и, скажем так, другим вопросам, необходимым для жизни. Вот, я, конечно, сейчас не смогу передать текст всех сообщений, вы их можете тоже пролистать в чате, почитать. Вот, и поэтому, наверное, на сегодня мы будем прямой эфир заканчивать. Мы где-то так и определялись, 20-25 минут. Основное услышали, конечно же, присутствие Марата Амировича будут очень рады видеть люди, которые сейчас находятся на нашем неон-пати, на завершении Амир Фьючер Форум. И, соответственно, мы вам всем желаем удачи, здоровья, где-то терпения. Ну и Марат Амирович, может быть, тогда на завершение пару слов. И будем прямо всем большое спасибо за эфир, за общение. И вот я еще хотел бы добавить, что была сегодня первая официальная презентация SolarChain в таком уже развернутом формате, и уже были озвучены определенные сроки по конкретным. Через 2 месяца мы уже будем иметь свой собственный блокчейн, и через еще 1 месяц уже будет первый проект на блокчейне, это AmirID, да, там. И вот еще через месяц будет на нем уже Sunrise программа. Мы максимально будем стремиться к децентрализации, и многие вещи упростятся. Ну, вот Сергей сегодня озвучивал такие факты, что мы на содержание серверов тратим очень большую колоссальную сумму. И это с запуском SolarChain, эта сумма во много раз уменьшится. И это, наверное, коснется не только там Amir Wallet, Amir Exchange, это коснется абсолютно всех наших проектов. И при этом безопасность и скорость очень сильно повысится. Вот. И большое спасибо за понимание, терпение, поддержку. Да, вот нам тоже пишут, передают слова благодарности за эфир. И спасибо вам, всем, кто сейчас смотрит, и вообще всем инвесторам фонда Амир Капитал. Мы верим в вас, верьте в нас. Все получится, все будет хорошо, как оно есть. Все. Спасибо. До свидания. Global Star Club. Возможности безграничны.